Правило словообразования. Как вы знаете, много слов производятся от простых слов при помощи суффиксов, которые передают словам различные характеристики. Пример. Шум, шумной, бесшумной. В этом уроке мы возьмем суффиксы ти, ц, тю, цу, которые приправляются к существительным для указания профессии человека. Мухазря – лекция. Мухазря – ти – лектор. Дениз – море. Дениз – ти – моряк. Нефть – нефть. Нефти – нефтяник. То же значение придается суффиксам «иди» при присоединении к глаголам. Сюрмяч – водить. Сюрюцю – водитель. Охумак – читать. Охудзу – читатель. Алмак – покупать. Алудзу – покупатель. Примечание. Вполне естественно, что эти суффиксы прибавляются к существительным и глаголам только там, где это имеет смысл.